Спустились мы с гор. Выходим на оживленную улицу. Да. Опять же, банановые пальмы, которые даже тут растут. Они везде. Но бананов нигде нету. А это, наверное, отдыхающие собрали. А-а-а. Да, отдыхающие собрали все. Вот такие, как ты, приезжают просто раньше, чем ты. Надо билеты еще раньше покупать, срывать их зелеными. Прям вообще, когда они только появляться начинают. И смотри, вот еще цветы какие-то красивые. Достаточно красивые тут. С ромашки. Гадать будешь? Нет. Ну и я тоже не хочу гадать. Это люди. Ходят. Ножи. А? Ножи? Нож. Не, мне не нужен нож. Достал нож, режь. Не спросил, а поинтересовался. Да, тут немножко. Нам сюда прямо. И поворачиваю. Нам прямо. Нам прямо направо, да? Там прямо. Ух, тут немножко тенек. Жара вообще несусветная. Да, тепло. Тепло, мне жарко. Да. Мне жарко. У меня хорошая рубашка. Хочешь показать свою рубашку? Покажи свою рубашку из Непала. Подожди, я не вижу твою рубашку. То есть у тебя рубашка из Непала, да? Да. А зачем ты в ней приехал сюда? Ну она как бы специально. Жарко, погода ходить не хорошо. То есть тебе все-таки жарко? Нет, мне не жарко, но погода-то жаркая, допустим, тебе жарко, значит, то есть жаркая. Жаркую погоду нужно носить жаркие рубашки? Нет, они не жаркие, наоборот, тоненькие и хорошие. Ледяные, там, не знаю, что они делают. С другой стороны, пингвинарий был, мы его прошли. Можешь задать вопрос, а что в пингвинарии пингвин, и я тебе отвечу да. Круто. Круто. Ну, так же, магнолии, не магнолии. Самосветы мира. Малахи там есть? Там есть все. Там даже, как его? Алмаз есть? Грааль есть. Философский камень. О. Просто они как бы это продают все подпольно. Да. Нет, подпольно не продают. Отдыхающим они ничего не будут. Я хочу такую машину. И если я заработаю, я куплю такую машину. А если нет, не куплю. Вот дом с дыркой, про который мы говорили. Или не говорили. Не говорили. В общем, дом с дыркой. Те, кто знает, кто это дом с дыркой. Тут живет Ваня. Можно попробовать, конечно, поорать, но он вряд ли откроет окно. Как в детстве так подходишь, так вот. Ваня! И смотрим, откроет он окно или нет. Не, он в игре сидит какой-нибудь. О, смотри, смотри, открывает. Выходи гулять! Мы снимаем кино! Ты теперь звезда! Это Ваня. Он дома сидит всегда летом, потому что он боится солнца и отдыхающих. Ваня любит пить. Ваня, мы к тебе зайдем через полчаса. Будем... А снимать тебя будем? Ты спать будешь? Через полчаса зайду. Я схожу. Приду к тебе. У тебя хороший интернет. Там эта машина шумит. Вай, братва, приехал, я пошел. Хорошо. Вот. Ваня, это тоже очередной наш актер, который... Ваня еще тот актер. Особенно, когда выпьет. Тут очень много музыки хорошей. Всякие... Хороший? Хороший, знаете, ну слышишь? Прям... разных диаспор. Музыка диаспор, да. Музыка диаспор. Я люблю смешивать вообще слова, которые нельзя употреблять вместе. Хотя, может быть, можно, не знаю. Можно, спасибо. Что-то у меня руки начали это не слушаться меня. Ну ладно. А далее мы проходим пародию на Макдональдс, называется Олимп. Ну скоро будет настоящий Макдональдс. Да. Олимп. Скоро будет настоящий Макдак тут. Вот. А в Олимпе там очень вкусные осетинские пироги. Мы сегодня туда не пойдем. Нет, мы не пойдем туда. А куда мы сегодня пойдем? Не, ну если ты хочешь быть настоящим отдыхающим, ты должен туда сходить. Хорошо. Да. Скажу как. На другой стороне океанариум находится. Какой-то он небольшой. А он внутри.
Ну, все так же. Люди отдыхающие, бздыки. Они постоянно любят вот так вот прям приехали и прям садятся на полу, потому что они как бы с жильем у всех проблемы. Они где смогли, там и сели. Люди очень добрые, пропускают постоянно. Переходить дорогу можно абсолютно в любом месте. То есть, вот видишь дорогу, пешеходный переход, это вообще 100% перейдешь дорогу. Если, ну, как надо. Да. Если нету пешеходного перехода, то тоже можешь идти, там тоже может повезти. Вот я иду, даже не остановился, даже не посмотрел по сторонам. Ух, хорошо, что... Столовая. Тоже хорошая столовая, пойдем туда потом покушаем. Потом? Потом. Хорошо. Прямо у нас по курсу дорога на море, океанариум, дельфинарий, точнее, там дельфинарий. Ты был в дельфинарии? А, пойдем сейчас одну фотографию сделаешь, как отдыхающий еще. А, я не знаю, там можно вообще фотографироваться или нет? На дельфине? Да. Вот они как, идут такие, ни черта себе, какое красивое, знаете, какие ворота. Да, Петербурге можно вообще. Да почему ты сравниваешь с другим городом? Мы вообще в Майами. В Майами? Да, мы в Майами. Вот, такой, увидел дельфина, нужно обязательно подбежать и сфотографироваться с ним. Все, сфоткался, молодец. Можно теперь идти назад. Сейчас немножко прервем. Да, я тебя обманул, мы назад идем. Сейчас немножко прервемся. Зайдем тут по делам. А далее, не знаю, продолжим где-нибудь в новом месте. Постоянно шаримся, что-то куда-то идем, все снимаем. Обзорная такая. Сегодня маленькая обзорная по Лазаревской. Я думаю, тут будет немножко шуметь. Мы добрались до речки. Такая вот горная речушка маленькая, и сейчас наш великий отважный спортсмен будет прыгать в эту речку. Он в нее прыгнет, и его понесет. Его просто сейчас несет. Мы будем идти с ним по пути. Его очень быстро уносит. Он очень сильно, наверное, испугался там. Блин, я не могу бежать. У меня куча вещей, я теперь за двоих. Я носильщиком устроился. Он, наверное, боится. Там его сносит. Вообще жить. Кричит, я слышу, как он кричит. Ну, сейчас его дотащит до мелкой тни. И там он сможет выбраться. Люди какие-то. Там видишь, там глубоко. Все, наш герой выбрался. Сейчас попробуем узнать у него впечатление. Сейчас он будет кричать, как ему классно там было. А, он не может до сих пор выбраться, его несет. Его просто тащит. Ну ты хоть эмоции какие-нибудь сдавай. Логично, там камни. Крикни, я бздых. Ну пожалуйста. Такой кривень. Ладненько, сейчас прервемся. Мы вернулись домой. Находимся дома сейчас. После того, как Вася посетил нашу бурную горную речку, он может сказать пару слов. Василий, как это было? Это было больно. Это было больно. На момент спускания по реке, плытия по течению, боли не было. Но после того, как я вышел на берег, я понял, что у меня какая-то хрень с мизинцем. Возможно, вы его сломали? Да, может быть, сломал. То есть при прыжке в воду вы сломали мизинец? Ну почему при прыжке? При лавировании в воде. То есть вы как крейсер? Да, я пытался лавировать между камнями. Бился о камни. Но так как территория была неизведана, вы повредили свой корпус. Да, тебе очень больно. Ну я, конечно, так не могу ничего сказать. Вроде ноги как ноги, пальцы как пальцы. Посмотрим. Мизинца не видно.
Мизинец с видом скрылся. Не, на самом деле я уже видел, что там с мизинцем. Это немножко необычно, я бы сказал. Ну, если у тебя реально он сломан, и мы наложим гипс, то это будет забавно. Ты вот будешь реально как отдыхающий, который приехал и на следующий день травмировал себя. Вот как люди живут? Вот дети, люди вот в этих домах и ничего себе не ломают, не знаю. Это целыми. Кстати, это вид из окна, так немножко тему сведу. Мы опять же видим горы, куча-куча домов. Дома. Такая техзона какая-то, не знаю, поле какое-то вообще. А ты знаешь, что вот это поле, его выкупили уже все. Просто люди, во-первых, не строят пока на нем ничего, ну, как бы экономят, это землю придерживают, чтобы продать ее потом дороже. Или некоторая земля тут, вот, которая, она уже сдана в аренду лет на 50, вот, которые дома построили, они, может быть, в аренду сдали. Вот так вот, маленькое такое отступление от нашей печальной трагедии. Да, посмотрим, что будет дальше. Вась, ты не расстраивайся. Как бы... Ну да, не расстраивайся, сейчас гипс наложу, придется домой ехать. Нет, я тебя не отпущу домой. Конечно, а что мне тут останется делать? Загорать. Офигенно. У тебя загорит все, кроме пальца. Вась. Да. Не расстраивайся. Хорошо. Сочи – свободный город от курения. Наверное... В Лазаревске находимся. Да, ну да, кстати, мы находимся же в Лазаревске, так что мы можем курить, пить и отдыхать. В данный момент мы находимся в парке, в центральном парке, где очень много вздыхов, лежат, загорают, вот там пальмы, все дела, красота. Очень много стариков. Магнолия, опять очередная пальма. Давай ты как ты сегодня менее подвижный после той травмы. Ну сфотографируйся с пальмой. Хочу. Ну пожалуйста. Все, у меня настроение отдыхающего кончилось. Все, ты теперь не чисто вздых? Да, я вообще больной. Все. Все, я тебя сфотографировал. Вот такая красивая пальма. Идем дальше. Кстати, а вот реально отдыхающий фотографируется только с пальмами, получается? Не знаю, тоже, я думаю. Ну так это же тоже пальма. Да? Ну а что это? То есть они, получается, только с пальмами фоткаются. Ну ты в кадр хоть попадай иногда, а то... Зачем? Я иду очень медленно. Тогда комментируй. Что тут комментировать? Не знаю, эмоции. Парк красивый, вау, парк красивый, блин. Еще палец болит немного. Сейчас мы увидим дядьку в камне. Кто его в камень засунул? А я не знаю, кто его в камень засунул, но у него голова в камне. Он типа этот, как его? Горец или кто он там? Военный, короче. Я себя реально тоже чувствую бздыхом, оператором. Оператор бздых. Я должен идти и держать камеру. Тебе же нужно, чтобы твой город прославился. А, то есть это я делаю чисто из-за того, чтобы это... Еще больше отдыхающих было. Нет, я делаю просто пародию на бздыхов, знаешь, идешь так. О, карта! Надо подойти к карте парка. Питер везет. Ты рекламируешь Питер, да? Я должен говорить, ну и что? Что? Питер хороший. Сейчас я покажу карту. Карта, что карта? Карта маленький парк. Мы, кстати, зашли вообще, где выход, где стрелочка. Вон там, вон. Мы тут прошли и сюда подошли. Сейчас мы пойдем за пирожками вот сюда вот. А далее, вот сюда вот я показываю, смотри в камеру. А далее мы пойдем вот сюда вот на лавочку, сюда кушать. Или же вот сюда на лавочку бухачей. Ну, короче, не знаю. А пить? Ну, не знаю, зайдем что-нибудь возьмем вкусненького. Тут каждый этот... Да, я случайно. Милиционеры патрулируют, заботятся о нашем благосостоянии. Смотри, там тоже бассейн, там красота и туалет. Реклама такая, туалет. Ладно, пойдем за пирогами. Такое дело, мы покушали пирожки. Перекусили. Ну, перекусили немного, я очень сыт на самом деле. Вот. А хочу поинтересоваться у тебя вообще, ну, расскажи, пожалуйста, что было с тобой? Неудачное.
То есть ты в речке, где по колено, смог себе сделать травму? Ну, тут в этой речке смысл включения с камерой. Но там вроде все скамней. Я пытался выбраться, но, видимо, неудачно. Наступил на камень, и что случилось? Сломал мизинец. То есть у тебя гипс? Да, сейчас гипса уже нету, но... У тебя был гипс? Да, у меня был гипс. Врачи тут очень плохо относятся к отдыхающим, как я понял. То есть вообще безразличны к ним. Наложили гипс кое-как, то есть не фиксировал даже палец, просто давили. Подошли сегодня к знакомому врачу. Он все объяснил, все такое. Очень хорошо пообщался с нами, со мной. И вот. Сказал, что можно и без гипса, только нужно фиксировать палец. В итоге весь активный отдых, который был запланирован, переходит на более, точнее на менее. Теперь все будет менее активно, менее. А как ты будешь фиксировать палец? Можешь рассказать? Да, палочку подложу. Здесь. Нет, палочку мне не нравится. Давай бутылку привяжем лучше к ноге. Ну, можно и пластиковую пластину. Например, от бутылки, да, резать кусочек. По ГОСТу бутылки. Сделаем тебе все, да? Какому ГОСТу? А ты плавать будешь? Вообще я не знаю, насколько я смогу плавать, потому что все-таки во время плавания я не фиксировал. Хотя, ну не знаю, по крайней мере, в воду я буду заходить. Понятно. Я лучше парк поснимаю. Хорошо. Тебе вообще нравятся деревья тут? Хороший парк, очень красивый. Ну, как и многие парки. Многие парки? Во многих парках... Парк я был. Ты был в парках, где пальмы есть? А, да, это было давно. Да? А ты белок уже видел в парке в этом? Нет, белок я видел только... Ну, такие вот, свободно. Перемещающихся белок видел в Петродворце. Да что ты постоянно рекламируешь Питер? Очень хорошее место, Петродворец. Немая. Там ни разу не был. Я не был там, мне не очень интересно туда ехать. Отдыхающие какие-то ходят. Отдыхающих вообще много? Ну, если как бы... Я их не умею пока отличать от обычных, местных жителей. Да, верно, но вообще людей много на улицах. Если как бы, как Кирилл сказал, что население у них там 20-30 тысяч местное, то как бы, отдыхающих да много. Понятно. А акцент есть у отдыхающих или у местных? Нет, у отдыхающих само собой есть акцент. Они... У местных, да, акцент. Кавказский. Кавказский акцент. Да, очень много кавказцев. Кстати, в прошлом... В маленьком отрывочке мы говорили, что Ваня с нами будет ходить, как бы и сниматься, но он в тот день уснул сразу. Не захотел. Не захотел сниматься, да, сказал, я не хочу сниматься, и сказал, я буду спать. Я все-таки надеюсь, что он с нами как-нибудь выйдет, мы его заснимем. Мы еще ни разу вечером не снимали, понимаешь? Да, как будто мы только днем ходим, а вечером спим. А вечером спим. Хорошо тут сидишь, отдыхаешь. Я бы тут спать лег, на самом деле. Да, тенек, хорошо. А расстелил бы где-нибудь в тенечке полотенчика какое-нибудь себе и лег бы спать. Нет, это не хочется. Да, я загорать не хочу. Я и так за все лето сгорю, к чертям буду как негр. У меня, смотри, какие еще белые. У тебя белые ноги, покажи свои белые ноги. А почему у тебя ноги поцарапаны, можешь рассказать? Неудачно в море покупался. Ты какой-то неудачливый. Неудачно в море покупался, неудачно в речку прыгнул. Да, так я говорю, мне тебе нужно вообще, нет никакого активного отдыха не нужно, то я грячку тебя сломаю. Да? Да. Ну ладно. У нас пока в планах что еще? Джипинг, надо позвонить. Да, надо с джипингом как-то уже договориться, покататься по речкам, на УАЗиках. А ты будешь кричать? Не, я не такой эмоциональный, чтобы кричать. Я даже на этих... На американских горках, когда катаюсь, я как бы сижу просто и наслаждаюсь перемещением тележки. Тележки. Вагонетки. Да. Тут тихо, вообще никого нет. Мы почти в самом центре парка, а тут никого нет. Они все вокруг ходят, боятся сюда заходить. Тенек. Да, еще и тенек.
Я хочу домой спать, я сегодня очень мало спал. Работа, работа. Работа, работа, все дела. Ладненько, останавливаемся. В эфире передача «Вечерний бздых». И главный ведущий, блядь, Кирилл Дроздов. Мы местные, блядь. Мы находимся на палубе великого корабля. В желчи, блин, мощного пузыря. У нас новые вообще актеры появились. Актеры, самый главный ведущий Шекте, блядь. Это главный, блин, балабол. Вандерского стола. Да, Вандерского стола. Это капитан. Капитан стола, у него руль там, он рулевой. Ебучий ведущий. Ебучий случай, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете сказать по поводу того, что сейчас происходит? Сидим, пьем. Что еще? Ну, многословно. Что вы пьете? Вы такой многословный. Домашнее вино, коньяк. Домашнее вино и коньяк. Запиваете коньяком? Да, конечно. И колой. И как оно? Хорошо, ну, идет. Как говно, блядь. Паленую водку накупил тут, блин, размешал с чем-то и пьет, сидит. Вот этого на НТВ отправляю, блядь. Чипы я передачу.